у меня тут уже дверь стоит новенькая. В полиэтилене, правда. Пахнет опилками. Смотрите, какая у меня. Не могла вам показать дверь, которая у меня была ломаная. Период. Весь период. Показываю только теперь эту, которая уже есть. Здрасте. А, сейчас это. Чего? Сегодня полностью я не успею. Да сейчас... ладно, не страшно. Да мне еще замки надо перебирать. А что, замки еще надо? Они это не в двери были отдельно? Они в двери. А, прикольно. Но он не хочет ручка, защелка не хочет работать. Не, хорошо. Спасибо, очень классно. Да, пока еще ничего классного. А еще коробка будет или не будет? Нет, так вот же у тебя панель. Ну а не видишь, насколько короче будет у тебя другая дверь? Насколько? А, ну что-нибудь придумаем. Нет, вот. Видишь? Ага. И здесь, получается, такое же расстояние будет. Ну, я что-нибудь... Нет, так это... Приклею, сделаю что-нибудь. Сегодня, дай бог, это успею запенить. Ага. Мне главное замок, что это, чтобы вы закрывались. Ага, ага, ага. Замок? Дай бог... Да. Я запеню. Ага. И потом надо будет это... Че-че? Шпателки только взять, это по дереву. А я зашпатлю, я умею. А, ну или так. Я сделаю на выходных. Я запеню, чтобы тебе меньше ее было. Угу. Обрежу. И есть шпаклевка, знаешь, она вот такая. Какая? Она коричневая есть, они вот такие маленькие баночки. Угу, угу. Она по дереву. Угу. Все, и она затвердевает, вот. Ее можно и шлифовать, и все. Цвет такой же коричневый будет. Да? А. Только останется ровно это все сделать. Да, так я тебе прилеплю эти все. Ага. Ну, я тебе говорю, сегодня-то я не успею их. Ага, хорошо, поняла. Что, долго дробили этим перфоратором? До 4 почти. Офигеть. Оказалось, да? Да это, потому что стена бетонная, плита. Нет, так эти они специальные, эти панельные дома. Нормально, бабушки говорят, долби, я говорю, да не все уж. А что там, бабушки у нас тут есть? А, у нас соседи тут, да, рядышком. У тебя тут бабушек кругом. Нормально. У нас тут был один перебежчик, он тоже долбил. Поэтому не страшно, они привыкли. Нет, так видишь, она... А вот эта внутренняя коробка, она больше. Из-за этого. Ну, нормально. Леша, приходи. Да, он... Приходил, перекусил, да убежал. Вон, видишь, смотри, защелка. Ага. Вот. Фу, какой срач теперь у меня везде. Там-то сюда. Пыли еще очень много. Сегодня мне работы. Пыли. Какой? Пыль убирать буду. Перфоратор – это сила, конечно. Ничего, хорошо. Ни хрена себе. А Лёва не приходил? Он там на рыбалке где-то у меня тусуется. Не. Не? Должен еще Лёва прийти. Ушел на рыбалку, напорола. Говорю, не смей на бабушке находить, там волки ходят по этому. А с кем он? С другом? Да, с Костей пошел. Там эти волки по Панова ходят, собак таскают. Они собрались на бабушкину. Я говорю, сейчас-ка на бабушкину пойдешь. Ты там вообще лес дремучий. Ну и что тебе надо было? А? Подкрутил. Что, сделался замок? Вот как без телефона-то не могут. Я все снимаю, у меня же видеоблог. А что там? А он же у тебя не работал? Да, так у нас вообще домофон не работает. Так я тебе говорю, потому что он кусок провода, он здесь обрубленный. Где? Да у нас в целом домофон не работает. Просто дверь железная. А у нас дома такая же хрень. Несколько раз ремонтировали, я тогда стал. Так они ремонтируют, а циферки не ремонтируют. Нет, у нас хорошо это делали. Вот мой велосипед. Кофе можешь поставить?
На обеде поели, разбежались. А что, маленький? Все в торопушках, все бегут куда-то. Не успевают. Куриц достала, разморозочек, на суп сварить, на щучек. А, это же хотели, из ржаной муки. А, я же зашла. Купила сейчас. Где у меня сумка? Распаковка, чек. Я помаду размазал. Там спрашивали по поводу, а сколько стоит установка двери. А не сколько нам помощь. Потому что, в общем, это знакомый моего папа. И он ему услуга за услугу. Вот так вот. Короче, как сказать, долг исполнил свой. Должок выполнен. Говорит там. Господи, это будет некрасиво про Adobe носок сейчас, как некрасиво. Конечно же нет, это большой труд проделан, представляете? Человек с утра пришел в 9 часов утра, и вот только сейчас, и еще она будет завтра приходить, это какое, да? Что у нас тут? Горошек, у меня там колбаса осталась, спицы, думаю, может, оливьеху сделать. Огурец взяла. Майонез принцер. И ржаная мука новая. Кстати, обошлось мне все в 260 рублей. Я даже спросила на кассе, говорю, вы не ошиблись? Может, что-то не так? Вы точно правильно посчитали? Мне сказали, да, правильно. Я причем ничего там не выбирала, потому что магазин Райпо, там не походишь. Там говорит, дайте мне то, дайте мне это, пожалуйста. Вот там вот так. И вот дали муку хлебопекарная, ржаная, обдирная, огурец один. Зеленый горошек, майонез, 267 рублей. Что-то я уже забыла, как это в магазин зайти и косарь-то мне оставить. Муку сделаем наши, что там хотели, ржаной пирог. Клюкву рассыпала. Ржаной пирог с клюквой замороженная. У меня есть черноплодная рябина. Помада, конечно, жесть. Ну ладно. Черноплодная рябина, клюква. Посмотрим. Ну, я не очень его люблю. Папа любит всякие такие у меня непонятные вещи. Помните, я делала блинный торт этот ужасный какой там. Что там он был? С крем-чизи. Даже на него потратила и сливки. Вот Наполеон мне не понравился. А тут вообще мне не понравился. Тут просто решил никогда в жизни больше не делать. А папа? Папа, он говорит, когда ты еще сделаешь этот вкусняцкий блинный пирог? Ну там, короче, блины были с какао, да, с шоколадной. Обжаренные и послойно. Блин, крем-чиз этот, ну, сливочный, сливки с сыром. Обмаз. Да где-то там есть блинный тортик на канале. Я еще говорю, ой, так прикольно. На второй день, когда ела, сказала, какая херня. Больше в жизни не делаю. И вам не советую вот эти вот блинные сладкие торты, где, типа... Торт из блинов. Нет, торт из блинов может быть с рыбой, с икрой, там еще с чем-то, но никак не сладкий. Такая, не переводите продукты на эту херню, съешьте блины просто со сметанкой или там с чем, со сгущенкой, вот так вот можно. Так, что я хотела-то, сейчас секунду клюкву подберу.